Мы продолжаем поздравлять наших доблестных защитников с 23 февраля. Учащиеся 259-й школы подарили своим шефам праздничный концерт. Военнослужащие войсковой части 36-199 получили массу положительных эмоций в гостях у гимназистов. Вместе с ними зарядилась позитивом и наша съемочная группа. Далее подробнее. Фокино – колыбель Тихоокеанского флота. Наши дети растут в окружении тех, кто призван охранять, защищать и прославлять. С 23 февраля учащиеся 259-й школы поздравили не только пап и дедушек, но и своих друзей – военнослужащих войсковой части 36-199. Праздничный концерт подготовили гимназисты для своих шефов. Вас поздравить спешим! Во все века российские мужи своим геройством в войнах побеждали! Солдаты, офицеры, моряки за честь России жизни отдавали! Вас, дорогие защитники! Российский дух не ослабел. Мы видим вас, героев славных. Вы совершите много нужных дел. Во имя жизни на земле и для величия державы! Одним из приоритетных направлений в деятельности 259-й школы является формирование у гимназистов чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за свою родину. В рамках реализации программы «Чтобы рос человек» здесь регулярно проводятся мероприятия, приуроченные к историческим датам. Ведется работа по взаимодействию с ветеранами и военнослужащими. Гимназисты особенно подружились с одним из самых славных подразделений Тихоокеанского флота под командованием полковника Алексея Кандабарова. Мероприятие мы проводим. Это экскурсия в нашу часть, приглашали ребят, показывали там последнее оружие, которое имеется на вооруженных силах Российской Федерации, вот, порядок его применения, в частности показывали, как действует расчет пожаротушения и нейтрализации, тушили пожар, вот, побывали на стрельбище, посмотрели, как военнослужащие, из каких видов оружия они стреляют, вот, и после этого также они у нас искушали сало, да, с чаем. Гимназия также по законам русского гостеприимства встретила своих гостей хлебом с солью. Военнослужащие побывали в спортивном зале, где проходили президентские состязания, поболели за команду учащихся городского округа, а затем вкусно поели в школьной столовой. На праздничный концерт в свою честь бравые защитники прибыли уже в самом лучшем расположении духа. Я много здесь еще узнаю и услышу. Пусть в этих стенах будет доброта и будет мир под этой крышей. А теперь давайте почитаем, что у нас получилось. Моя гимназия номер 259 лучше, а теперь все вместе. Моя гимназия номер 259 лучше. Учащиеся 259-й школы славятся не только своими достижениями в учебе, но и талантами. Мэри Надарян очаровала молодых бойцов песней России. Девочки из ансамбля «Иван да Марья» подарили виновникам торжества танец с веерами. Творчество гимназистов не оставило равнодушным ни одного из гостей. Особенно же запомнилось выступление 4-го А-класса с солнечным приветом. Шефы с удовольствием провели время у своих подопечных. Приехать в гости гимназистам для бойцов – это как поощрение за отличную службу. Подполковник Артур Чигринов выразил слова благодарности в адрес преподавателей и директора школы за прием и сотрудничество. В планах у руководства войсковой части в преддверии празднования Дня Победы провести для своих подшефных уроки мужества на своей территории. Ну а в ожидании следующей встречи наши защитники обязуются выполнять наказ маленького гимназиста. Желаю, чтобы, чтобы на стрельбище все попадали точно в мишень, никто не промахивался.